Вот так вот точно разыграем. Это нормально. Все, готово. Елизавету и мужественного великолепного Романа! Друзья, сегодня мы собрались на празднике любви, честь дня рождения новой семьи Петровых. Я счастлив видеть в этом зале столько красивых лиц и горящих глаз. Меня зовут Илья Раневский. Добрый вечер! Здравствуйте! Друзья, сейчас по традиции я обращаюсь к жениху, чтобы открыть наш вечер. Роман, я всех проверил, все красивые, нарядные. Даешь команду открывать наш торжество. Поехали! От тебя лично я хочу пожелать, дорогие Рома и Лиза, настоящей, сильной, солнечной любви. Каждый день много объятий и поцелуев. Каждое утро просыпайтесь со счастливой улыбкой и влюбляйтесь друг в друга снова и снова. И, конечно, крепкого богатырского здоровья вам, вашим родителям и всем присутствующим в этом зале. Мира и согласия, любви и благосостояния. Дай Бог, будьте счастливы! Друзья, сегодня нас ждет насыщенная программа. Давай делать много фотографий и видео, и, конечно, выкладывать их в социальные сети. И для того, чтобы вы могли потом найти, я предлагаю выбрать вместе официальный хэштег нашего праздника. Давайте, друзья, придумаем синоним слова «молодожены», используя имена или фамилии наших молодых. Какие есть версии, ребята? Да, пожалуйста. Красавчики. Красавчики, браво, прямо в точку. Вы снайпер, похоже, на Олимпиаде не участвовали в стрельбе из лука. Так, красавчики. Круто, какие еще есть версии, ребята? Вот, дружище. Отлично, машешь руками, ты каратист, похоже, так? Инопланетяне. Инопланетяне, да-да-да. Как в фильме «Аватар». Высокие, красивые, только не голубокожие, а голубоглазые. Так, ребят, еще какая версия у вас есть? Три версии нам нужно. Хэштег официальный сегодняшнего праздника. Суперсвадьба. Суперсвадьба, да, на красивый голос. Я же где-то на радио или на телевидении, да, работали? Да. Я на спойс вас вижу. Ребят, какой самый крутой хэштег? Какой выбираем? Суперсвадьба, красавчики. Красавчики! Итак, официальный хэштег нашего праздника «Красавчики». Обязательно отмечайте фотографии в социальных сетях, и мы их потом найдем и порадуемся. Друзья! Ребята, аплодируйте сейчас так сильно, как вы любите нашего молодожёна. Аплодируйте так сильно, как вы любите подарки. Почти так сильно, как молодые, кстати. Огонь! Ребят, у меня для вас отличная новость есть. Сегодня не только вы приготовили подарки для молодоженов, но и молодые приготовили подарки для вас. Это сертификаты на всякие прикольные прерогативы, которые вы выиграете сегодня. А кто хочет получить подарок от молодоженов? Так, вот первая рука была все-таки здесь. И, походу, не только в стрельбе из лука, когда участвуете, но и в Олимпиаде на поднимание рук. Да, вы сама первая. Может, плаваете где-то брасом, кролем? Да, занимаюсь плаванием. Занимаюсь плаванием. Красотка, широкоплечья. Чемпионка здесь. Так, да, пойдите к нам сегодня. Подойдите к нам в центр зала. Да, да. Как вас зовут? Галина. Прекрасное имя. Кстати, знаете, что означает в переводе с древнеболгарского «Галина»? С древнегреческого знаю. А с древнеболгарского? Нет. С древнеболгарского значит «Красотка». Нет, а что значит
переводе с древнеяпонского? Не знаю. Это значит «рыжая красотка». Да, вы получаете сегодня вот этот подарок от наших молодоженов, да, сертификат. Класс, крутой. I'm happy, I'm happy. Да, ну давайте приступаем в овации Галину. Ребята, а кто любит путешествовать здесь? Вот там путешественники, я вижу. Куда любите летать, ездить, ходить? В Европу. В Европу, браво. Когда приезжаешь в Европу и знакомишься с людьми, с новыми друзьями, знакомыми, какой первый вопрос обычно задают они? Как дела? Как дела, а потом? Откуда ты? Откуда ты, да, where you from, браво. Именно этот вопрос, друзья, я хотел бы сейчас задать вам. Давайте расскажем пару слов про себя, про свои родные края. Откуда вы? Кто хочет сказать пару слов? Ребят, про... О, дружище. Да, расскажи нам, откуда ты, друг? Я из Москвы. Из Москвы, красавец, респект. Друзья, да, в Москве, конечно, огромный респект москвичам, потому что это самый большой мегаполис Европы, и сюда издревле приезжают самые амбициозные, умные, прикольные ребята, поэтому вы красавцы. Я, кстати, из Питера родом, да, я окончил тот же университет, что Путин, Медведев, Дуров, другие прикольные ребята. Не знаю, подъедут они сегодня или нет, скоро узнаем. А кто еще откуда, кстати? Откуда вы, расскажите? Я из Омска. Из Омска? Браво! Сибирские красотки, я вижу, дадут фору, да, всем. Огонь, огонь. Ребят, кто еще откуда? Омская птица. Омская птичка, да-да. Дружище, откуда ты? Я из поселка Правда. Из поселка Правда. Газета Правда. Это ваши поселки, я выпускаю. Причем это Правда. Наш поселок, да. Поселок Правда, я там работаю столяром. Ты можешь работать детектором лжи ходячим, потому что из поселка Правда. Ты наверняка видишь, кто говорит правду, только совсем. Я не вижу, я чувствую, что все невероятно офигенные молодожены сегодня. Спасибо, что пригласили, я вас не подведу. Он вам будет стругать всякие прикольные штуки, потому что столяр, ребят. Так что обращайтесь всегда. Отлично, я вижу, действительно, у нас из многих городов собрались гости, и это прекрасно. Мне для вас есть такая загадка. Вы знаете, какой самый оранжевый город в России? Воронеж. Какие? Воронеж? Почему Воронеж? Потому что там всегда свет солнца. Свет солнца, да, я знаю, что вы из Воронежа, да, по-моему? Вы что-то похожи, да, на Юру Хоя, вот великий герой воронежский. И, может быть, вы родственники, кстати, идеально. Да, очень хороший ответ про Воронеж, конечно. Какие еще есть версии? Сочи. Сочи, браво! Это неправильный ответ, конечно. Друзья, самый оранжевый город, он сулит благосостояние. И те, кто работает с большими суммами наличных денег, часто видят у себя его в руках. Он находится на Дальнем Востоке. Да, дружище, какая-то есть версия. Хабаровск. Хабаровск, браво! Красавец! Почему Хабаровск? Расскажи нам, почему Хабаровск? Люблю, когда у меня в кошельке лежит много Хабаровска. Великолепно! Ты просто жжешь сегодня. Да-да-да, Хабаровск, на 5000 рублях ты изображен. Ты получаешь приз. Вот сейчас, да, 100 рублей. 100 рублей, правильно. Она может быть и нет. Скоро узнаешь об этом. Друзья, я предлагаю поднять бокалы за то, чтобы в карманах у молодой семьи было как можно больше хабаровского и как можно меньше красноярского. За благосостояние молодой семьи! Много путешествий, ярких открытий, великолепных эмоций. И хабаровские карманы, конечно, в этом всегда помогут. Хотелось бы, друзья, с вами еще немножко пообщаться. Вы любите путешествовать, я знаю. Вы яркие, солнечные ребята. Поаплодируйте, кто любит лето? Огонь, а что вы любите лето? Что вам больше всего нравится в лете? Ну, солнышко, конечно же, хорошая погода, птички поют. Солнышко, погода и птички. А как вы зовут, кстати? Алексей. Да, браво, аплодисменты Алексею и лету, солнышко и птичкам. Друзья, кто еще любит солнышко здесь? Солнышко. Вот, отлично. Братишка из Воронежа, где всегда светит солнце, да, волшебный город. А что тебе больше всего нравится в солнечной погоде? Природа. Когда она
расцветает в душе, что-то происходит. Я не могу это описать, но поверьте, это великолепно. Я верю, потому что я чувствую то же самое. Расцветает природа. Да. Как зовут тебя? My name is Александр Бойко. Александр Бойко. Аплодисменты Александру и его разворачивающейся душе, когда наступает весна. Друзья, кто еще любит природу здесь? Я вижу по вашим глазам, что вы фанат природы, любите отдыхать на природе, правда это или нет? Да, я фанат природы, я фанат лета. У вас даже какие-то зеленоватые и бирюзовые оттенки, да, в пиджаке, потому что вы любите лето, голубое небо и плавать к морю. Пиджаки, я люблю пиджаки. И плавать в пиджаке. Плавать в пиджаке. Еще я люблю лето за то, что можно ходить в трусиках. О, да, я показывать не надо ваши трусики, но я верю, что они такие же элегантные, как и ваш пиджак и бабочка. От вас ничего не скроется. Да, у меня рентгеновское зрение. Как вас зовут, кстати? Меня зовут Андрей, но для вас Андрей. А, браво, браво, да. Друзья, аплодисменты Андрею, его великолепному луку, пиджаку и, конечно, всем предметам гардероба. Браво, ребята, давайте аплодируем друг другу, искупаем в овациях наших молодоженов. Вы великолепны! Друзья, с вами было хорошо!